отличный матч, два овертайма. Как так получилось, как думаешь? Чего не хватило, чтобы в основное время выиграть? Не удержали третью четверть, когда ушли в отрыв в середину третьей четверти, провалили, дали сопернику сократить и вырваться вперед. И потом, как обычно, создали себе проблем и начались вот эти вот качели. Вот, да, интересный матч, два овертайма. С Чикаго нам в первом овертайме повезло. Здесь пришлось в двух постараться. Но и то нас простили сейчас в конце. Так что спасибо соперникам, очень хорошая игра получилась. Поздравляю.